पुरुषकरं शङ्क्रचक्रसिधारिणं सहस्रशिरसं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिं हरि ओम। Йога стала очень распространенной. Люди часто приходят в йогу, ищут себе облегчение от каких-то проблем со здоровьем, от каких-то болезней. Занимаясь и практикуя каждый день, открывая что-то большее для себя в йоге, йога учит отстраняться немножко от ситуации, чтобы человек мог на нее посмотреть со стороны, и она удивительным образом успокаивает. И постепенно начинает все меняться в жизни. Ко всему меняется отношение к пище, хочется больше есть легкой, какой-то натуральной пищи. Организм хорошо восстанавливается во время сна, нету желания как-то раздражаться и тратить свои силы, энергию по пустякам, чтобы ссориться с кем-то. Уже смотришь на все с другой точки зрения. Заниматься йогой самостоятельно дома необходимо, потому что это вырабатывает волю и некоторую дисциплину, потому что очень много отвлекающих факторов все время. Но учитель тоже необходим, потому что нужно, чтобы кто-то наблюдал со стороны, потому что часто мы запутываемся в собственных ощущениях. Когда я хотела больше разобраться в йоге, и на самом деле я поняла, что именно начав преподавать, мне это даст больше знаний. И захват под локти. Руки захватываются под локти. Да. Чтобы за руками боковые края туловища у вас удлинялись. Колени от пола, внутренние поверхности ног к внутренним пяткам, чтобы внутренние пятки быстрее как бы двигались к стене. И видите, у Вики, да, таз выходит, поясница провалена. И лопаточки уводить тоже в сторону таза, вслед за руками. Коврик ты будто бы толкаешь вперед. Где голова? Да. Это еще мощнее должно уводить лопатки назад. И теперь поднимайся в Чатуранга Дандасану, ничего не потеряв. Я хотела помогать людям, и когда начали люди ко мне обращаться с какими-то проблемами, начали говорить, а у меня болит здесь, или вот у меня плохое пищеварение, я стала изучать все эти аспекты, и постепенно больше стало приходить знаний, больше стало желания их получать откуда-то. Когда я учу своих учеников, я даже больше учусь у них, они помогают мне развиваться и как преподавателю, и как человеку, и развиваться в йоге. Именно выполнение одних и тех же поз, оно как раз может быть даже способствует и развитию тела, в том числе и развитию осознанности. А когда поза правильно отстраивается, она буквально на энергетических потоках начинает делаться. Руки блокируют немножко движение грудной клетки вперед. Поэтому вам нужно будет согнуть руки, развернуть локти назад и войти. Такое ощущение, что вот занимаясь уже там 11 лет и преподавая 7 лет йогу, как будто бы я еще в самом начале пути, и нету желания останавливаться, и хочется идти дальше. И это очень интересный путь.
йога, ее переводят в том числе как союз, единение. И все-таки йога больше это единение, скорее, нашей собственной индивидуальной души с какой-то вселенской душой. Но вот эта вселенская душа, она проявляется во всем. То есть в запахах, которые окружают нас, постоянно меняются, там, в пении птиц, в каких-то звуках, которые непрерывно вокруг присутствуют. И люди, то есть меняются отношения с окружающими людьми, и ты понимаешь, что все люди несовершенны, но в них, во всех людях один и тот же вселенский дух. Йога, она помогает более тонкий срез находить вот в каких-то обычных вещах, и эти обычные вещи уже перестают казаться обычными. Вот. А восхищаешься постоянно на самом деле величием Бога. То есть, ну, для меня йога, она меня скорее привела вот именно на самом деле к Богу. Вот. Может, у меня нет какой-то религии такой определенной, но я постоянно чувствую присутствие Бога во всем и во всех. И я думаю, что мне это дала йога. Я чувствую больше всего счастья, когда люди уходят счастливые после практики йоги. Это, ну, для меня самое большое счастье.